Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный салат из простых продуктов. Для любителей селедки салат литовский станет настоящей находкой. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Морковку трем на терке для корейской морковки. Чтобы ускорить процесс, я воспользуюсь специальной насадкой и мясорубкой. Лук нарезаем полукольцами. Селедку режем небольшими кубиками. И перекладываем в миску. Теперь вливаем в сковороду половину подсолнечного масла. Хорошо нагреваем его. Помещаем туда лук. И жарим его до прозрачного состояния. Готовый лук в горячем виде перекладываем в миску с селедкой. На сковороду выливаем оставшееся масло и обжариваем в нем морковку до изменения цвета. Минуты 3-4. Затем морковку также отправляем в миску с селедкой и луком. Солим. Перчим. Хорошо все перемешиваем. И оставляем при комнатной температуре настаиваться до полного остывания. Вот и все. Остывший салат украшаем зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.